По сути, рупор пропаганды — это спонсируемая государством телевизионная компания, или, точнее сказать, сеть Russia Today. Ее организовали для распространения фантазий Путина о том, что происходит на месте событий. Этой задаче они посвящают почти все эфирное время. Их цель — вести пропаганду и искажать то, что происходит или не происходит на Украине.